Относительно поправки, что дети – это важнейшее достояние России. Суть вот этой статьи будет заключаться в том, чтобы не только сохранить детское население, а чтобы дети, наше поколение будущее, они жили дольше, чем мы. Чтобы они жили в экологически благоприятных условиях. Чтобы они получали здоровую пищу, чтобы они развивались нравственно, духовно, чтобы они получили полноценное образование.